совсем нянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, прекрасный. Слишком вид, говорит, ужасный. Простите, а не подскажете, который час? А? Это вы мне? Вам кому же еще? Здесь больше нет никого. Как совсем никого нет? Совсем никого нет. А это с кем я тогда разговариваю-то? Со мной. Вы что, сзади подкрались? Да ничего не подкрался, просто время подошел к вам спросить. Время? Я что поняла, вы маньяк! Я маньяк? Да, вы матерый маньяк с топором. Да нет у меня никакого топора. Значит, с ножом. И ножа тоже у меня нет. Так ты что, изверг? Людей голыми руками душишь? Вон, смотри, одинокая симпатичная блондинка в окне. Ты бы ее, наверное, того. Кого, блондинку? Правильно. Ты бы ее сначала изнасиловал. А меня что? Душить будешь? Да не буду я. Будешь? Не буду. Будешь, будешь. Не буду, не буду. Все вы маньяки такие. Сначала добренькими прикидывайтесь. Мол, тетенька, пойдем, я тебе мультик покажу, конфетку дам. И потом, вон смотри, ручища-то какие у тебя волосатые. Ну ничего они у меня не волосатые. Волосатые, волосатые, у всех волосатые. У него как будто нет, как будто особенный. И вот этими волосатыми ручищами ты будешь хватать меня за молодое нежное горло. Или в реку бросишь, или бутылку по голове. И буду я лишь там одна, одинюшенька на дне с синими пятнами. А ты будешь надо мной глумиться, мол, дура тетка, на конфетку попалась! Не выйдет! Я кричать буду! Рваться! Помогите! Не кричите! Спасите! Прекратите! Убиваю! Что? Почувствовал себя в моей шкуре? Я же для тебя никто. Я же для тебя просто жертва. Жертва твоих ненасытных, низменных инстинктов, похотливо пререкающихся сути мироздания. Ну давай, души меня, бей! Все видят, как я, мои шейные позвонки, и как струится моя алая кровь. Да что ты знаешь о крови, эмбрион? Ну давай, души меня! Не буду! Бей! Стой! Убийца! Живодер! Все вы маньяки такие. Даже дело своего подлого по-настоящему сделать не можете.